Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 69, упражнение номер 38. Поставь знаки «больше», «меньше» или «равно» так, чтобы равенство или неравенство стали верными. 43 плюс 57 и 57 плюс 43. В этих двух выражениях переставили слагаемые местами, а мы знаем, что от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Поэтому между этими выражениями мы поставим знак «равно». 64 минус 16 и 64 минус 19. Уменьшаем о 64, а в первом случае вычитаем о 16, а во втором 19. Чем больше мы вычитаем, тем меньше остается. Поэтому 64 минус 16 больше, чем 64 минус 19. 40 минус 38 и 40 минус 25. Уменьшаем у нас 40, а вычитаем в первом случае 38, а во втором 25. Чем больше мы вычитаем, тем меньше остается. Поэтому 40 минус 38 меньше, чем 40 минус 25. 40 плюс 38 и 40 плюс 25. Первое слагаемое у нас одинаково 40, второе слагаемое в первом случае 38, а во втором 25. Чем больше мы прибавляем, тем больше получается. Поэтому 40 плюс 38 больше, чем 40 плюс 25. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.